По стопам отца, папа Михаила Кондрахина 30 лет проработал в дежурной части Сарова на Советской 1. Пример преданности своим принципам, долгу всегда был у меня перед глазами, признается мужчина. В госавтоинспекции он служит уже 22 года, 20 из которых проработал в должности инструктора ДПС. По малозначительности и, скажем так, неопасности совершенного водителем правонарушения, его можно, скажем так, ну, в простонародье пожурить. Предупредить, чтобы в дальнейшем такого не было, не допускал. Если это уже грубое нарушение, соответственно, малозначительность это не обойдется. Это обязательно в порядке протокол. Там уже зависит от того, что он совершил. Число нарушителей, по его мнению, в последние годы возросло по сравнению с нулевыми. Возможно, это объясняется тем, что транспорта в те годы на улицах города было гораздо меньше. Вот уже полтора года Михаил Владимирович занимается федеральным государственным надзором в области безопасности дорожного движения. То есть все, что связано с эксплуатацией транспортным средством, исправность транспортных средств, правильность перевозок пассажиров, грузов, багажа, с недавнего времени проведение технического осмотра, в котором мы сейчас участвуем, это непосредственно наше участие при проведении технического осмотра автобусов. Рабочий день Михаила начинается с планерки. Если срочных задач на этот день не намечается, то он занимается текущими вопросами. Например, ведением административных материалов. В определенные дни сотрудники госавтоинспекции проводят операцию по проверке транспорта. Исправность машин помогают определить специальные приборы. Люфтометр осуществляет замеры люфтов в рулевом управлении. В случае недопустимого, это является нарушением, составляется административный материал на водителя, и уже в зависимости в дальнейшем, кому принадлежит эта автомашина, либо это физическое лицо, это ограничится привлечением к ответственности только водителя. Если это транспортное средство предприятия, юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, будет проводиться проверка. В новой должности Михаил осваивается не так давно, но уже свободно знает многие ее нюансы. На вопрос о том, планирует ли он прослужить столько же, сколько и его отец, мужчина скромно отвечает: «Работаю, пока есть силы». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.